Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Xiaomi Poco X3 Pro изменить обои. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел обои, затем соглашаемся с тем, что они тут нам предлагают, какие условия использования. Итак, можем выбрать одни из предустановленных обоев, то есть выбрать одну из стандартных картинок. Можем выбрать одни из онлайн обоев. У нас тут, как видите, есть вообще такие жесткие обои. Есть вот... Фух, я даже комментировать не хочу. Давайте просто выберем фото на устройстве. Это может быть любая картинка. Здесь можем ее кадрировать. И затем нажимаем установить. И затем выбираем, хотим ли мы установить на экран блокировки, на рабочий стол или же на оба экрана. И после этого обои будут установлены. Вот нам рекомендовали такие крутецкие обои. Вот здесь такие обои. Блин, ну я думаю, если бы меня кто-то из друзей меня увидел с такими обоями, они бы, скорее всего, перестали со мной общаться. Фух. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!